В этом году учащиеся и преподаватели лицеев, школ и гимназий Московского района нашего города действительно хорошо потрудились. И об этом лучше любых слов говорят результаты заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. Ребят и учителей пригласили на торжественный прием в администрацию Московского района, чтобы поздравить с заслуженным успехом, поблагодарить за проделанную работу и, конечно, вручить награды. Сегодня мы будем награждать, скажем честно, победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. В целом это мероприятие уже проводится не первый раз. Оно впервые было проведено в 2016 году. Можно сказать, являлось ежегодным. Только в прошлом году, с учетом уже начавшейся пандемии, оно не проводилось. А так в этом году мы решили все-таки продолжить и чествовать тех лучших учеников, которые являются победителями на заключительном этапе. Если в прошлом году участие принимали только ученики 11 класса, да, и из 13 учащихся было 5 победителей, то в этом году уже участие в заключительном этапе олимпиады принимали ученики 9-11 классов, и из 40 участников 14 победителей, которые мы сегодня будем чествовать. Здесь принимают участие и педагоги, и учащиеся, и, конечно, родители. То есть это совместный коллективный труд, который приводит вот к таким результатам. Результатам, как победа на заключительном этапе Республиканской олимпиады. Я думаю, что достигнув определенного результата, конечно, мы не собираемся останавливаться. Мы собираемся идти дальше. Эти юноши и девушки, а также их талантливые преподаватели – настоящая гордость не только нашего города, но и всей страны. Ведь из 40 лучших представителей Московского района на областном этапе олимпиады 14 вернулись с дипломами о призовых местах на республике. Но и это еще не все. В финале по учебному предмету «Французский язык» нашим ребятам удалось занять весь пьедестал почета с 1 по 3 место. А 5 из 14 победителей по физике – заслуга одного учителя из лицея номер 1 имени Пушкина Михаила Макаеда. Чтобы победить, нам пришлось очень-очень много работать. Это не один год. Мы начинаем примерно работать, начиная с 8 класса, а победитель у нас 10-11. 2 11-классника и 3 10-классника. Поэтому ни днями, ни месяцами наша работа измеряется. Годами работаем и в учебное время, и на каникулах. Я участвовал в Республиканской олимпиаде по математике, занял там 3-й диплом. И очень сильно вдохновляет то, что нас сюда пригласили. Это большая поддержка для нас и очень сильно дает стимул двигаться дальше в этом направлении. Я очень рада, что в моей жизни появился такой чудесный опыт. Я встретила очень много новых людей. И мне очень приятно, что нас пригласили в администрацию Московского района. Много теплых слов благодарности и поздравлений звучало в адрес героев торжественного приема. Они умеют трудиться и знают, что успех дается ценой больших усилий. А потому впереди их ждет еще не одна большая победа.